Всем-всем привет-привет! Сегодня что мы купили? Мы посетили три магазина. Мы посетили Lidl, мы посетили Praktiker и мы посетили Zabo. Вот с трех магазинов что мы купили? Самое большое сейчас я купили мы в Lidl. Так, вот такие салфетки, 4 штучки, да, Дин? Положишь в шкафчик, давай помогай мне. Да. Ложь давай в шкаф. Так, Вась купил себе вот такую вот мастуреви, вот такую вот эту рабочую штучку, вот такие вот вещи. Это по дереву. Я себе купила, это рекламка, что здесь продается в Lidl. Молодец, это папочки отнеси, вот это инструменты его. Так, я купили уксус, 2 штуки, виноградный. Купила свеклу вареную, вот такую вот. Купила себе вот такие вот карамельки жевательные. Так, дальше купился йогурт, вот такие вот с вишенкой, кераси называется здесь. Кераси, это черешня, да? Я себе купила грибы, вот такие вот в Lidl. Такие вот. Купила шоколадки, сегодня была распродажа на шоколад. Я купила 4 разных. 4 шоколадки. 2 синие. 2 синие, розовая и зеленая. Зеленый. Дин купил себе помидорки черри, да, Дин? Да. Вкусные, они да? Такие маленькие. Так, я купила себе кофе, капучино. Вот такой вот. Так, Дин купил себе сыр, который он любит. Вот такой вот, да, Дин? Да. Такой кругленький, он там долечками, знаете, да, такими. Я купила тоже сырочек Динусу, вот такой он его обожает. Я не знаю, девочки, кто-то мне тоже показывал, что у них детки кушают вот такие сырочки. Вот, в России. Так, купила маслечко, лурпак. Это германская, наверное, лурпак, маслечка. Моцарелла наша любимая, да, Дин? Да. Да, мы такую любим, я да? Я кушаю. Кушаем, моцареллу. Да, моцареллу. И вот такую маскарпоне купили. Она очень похожа на нашу жирную сметану маскарпоне, да? Сядь на стул, что ты так... Левко тыри, это не фета, это левко тыри. Оно чуть-чуть отличается от фета. Друг, у нее другой совсем вкус. Давай, отнеси в комнату, в другую квартиру. Там у нас сегодня холодильник. Мы наш холодильник размораживаем. И наш молоко. Одну пачку. Все. Так, что ж я купила для себя? На тебе коробки. Это продуктовые были покупки в основном. Не считая того, что купил мой муж себе рабочую. Так вот, такие вот весы. Я вам потом их покажу, какие они. Что за весы, сделаю обзор. И вот такую книжку я купила себе. Тоже потом покажу, что за книжка. Купила вот такие, ну, вот такой нож. Вот такой вот большущий. Что-то ж резать надо будет. Он стоит тоже около 4 с чем-то евро, кажется. Единственное, купила вот такую вот, вы видели уже в течение видео. Такие наклеечки на окошечко. Так. Это все, что я купила в Lidl. Что я купила в Praktiker? Купила вот такой ножик, только он маленький. Как тот большой, только этот маленький. Вот такой же. Вот. Я боюсь, у него очень сильное лезвие. Что там такое, Дин? Положил вот такое лезвичко у него. Это я купила в Praktiker. Он стоит 2 евро, 1,99. Очень острый. Просишь эту? Да. Вот такой острый нож. Дин, осторожно. Да. Давай. Так, закроем. Подожди. Так, Дин купил себе тригуна. Тригуна, это вот такая штучка. Дин, сыграешь нам? Да. Давай, откроем. Тяни, открывай. Купил вот такую звезду, уже многие видели, она горит разными огоньками. И купил себе Дин... Не открывается. Не открывается? Да. Два домика я купила. Ну-ка, покажи два домика каких ты. Вот этот? Подожди, надо открыть, давайте. Да. Откроем. Подожди, потом откроешь, потом в своем видео откроешь. Ну вот, короче, да. Вот такую тригуну он купил, она... Так стукаешь и поешь новогодние и Христугина песенки. Такие, типа колядок, да, типа таких песенок, да. И вот такой еще тоже домик. Вот такой домик. Потом он вам покажет в своих видео, у него свой канал, кто знает. Вот он показывать будет все свои игрушки, что он купил. Так, что ж мы купили в Zabo. Zabo купил, Дину себе пластилин. Да. Потом будешь показывать деткам пластилин, что ты купил. Да? Я купила себе губки. Буду показывать, как играю. Да. Так, еще купил себе такую игрушку. Этот самый брелочек, да? Я хочу так, открывать. Потом откроешь, потом, когда будем открывать, потом. Я когда буду ты... играть. Такие вот два горшочка. Нам сказали в школу принести горшочки. Ну, этот, не горшочки, а сказали какой-нибудь, что ли.
такие вазочки, чтобы посадить цветочки, не цветочки, а они посадят фасольки, фокес. У них там будет, да, расти, Коста? Да. И Вась купила им вот такие вот, чтобы они остались на память в школе. Вот. Что еще? Наклеечки нам дано. Белый, оранжевый, да. Зеленый, да. Красный, желтый, синий. Подожди, Дина, такие штучки нам джамбовские, наклеечки, их клеят. Куда-то в прошлом году тоже давали, не знаю. Так, в Джамбо я опять купила масочку, которая мне понравилась, Невеевскую, она двойная. Посмотрим, я ту использовала, мне очень понравилась, когда мне была зажигалку, 50 центов. И вот такой вот пазл новогодний Динусу купили. Да. Да, Дин? Я такой хочу вот играть. Вот, Дин покажет вам его в своем видео. Вот, я показывать не буду здесь. Дин покажет вам все в своих видео. Вот, какие у нас покупки. Ждите видео, что я закупилась на 10 евро. Как я обещала, я сделаю сейчас, выберу, что вещи, которые у нас на 10 евро, что я накупила здесь продуктов. И увидимся. Всем-всем пока. Скажешь, Дин, всем пока? Пока-пока. Пока-пока от нас, да? Да. Все. Ждите Динуса видео и моих. Все. Всем вас ждем, всех целуем. Всем до встречи.